Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 57. Задание внизу страницы. Вычисли. 344 делим на 43. Делим полностью число 344. 34 десятка делим на 4. 34 на 4 не делится. Делится 32 на 4, получается 8. Проверяем. 43 умножаем на 8. 40 на 8 – 320. 8 на 3 – 24. 320 плюс 24 получается 344. Нам это подходит. Пишем час на 8, а внизу подписываем 344. 344 минус 344 получается 0. Ответ 8. 368 делим на 92. Делим все число 368. 36 десятков делим на 9. Делится, получается 4. Проверяем. 90 на 4 – 360, и 4 на 2 – 8. 360 плюс 8 получается 368. Нам это подходит. Пишем частное 4, а внизу 368. 8 минус 368 минус 368 – это 0. Ответ 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.